Здравствуйте. Сегодня я начала делать елочки. Елочки, потому что я по плану буду делать несколько елок. Вот перед вами одна елочка. Это моя первая елочка. Вторая уже готовится. Я буду показывать. Но минимум три елки точно. Потому что есть уже заготовки. Из чего я их делаю? Я делаю, я вам сейчас скажу, из чего, все покажу. Смотрите, у меня есть старый календарь. Вы знаете, что я редко что выбрасываю. И здесь хорошие листы. Они плотные, эти листы, большие листы. Начиная из этого листа, естественно, его отрываю и делаю конус. Итак, я оторвала листик. Он большой, хороший лист, такой бумага такая приятная. И вот на один из уголков, да, я наношу клей. А затем сворачиваю этот лист, ну, делаю кулечек, да? Такой. Потихонечку начинаю его скручивать. Вытягиваю в конус. Так, и в конце, когда я сделала конус, я тоже здесь наношу клей, склеиваю. Для того, чтобы надежно было, я надеваю резиночку, чтобы был надежный конус. А потом его выравниваю. Для того, чтобы он что стоял. Сейчас будем выравнивать. Вот конус я сделала. Здесь в этой елочке немножко, видите, конус более вытянутый. Эта елочка немножко выше. Но я ее буду разбирать, и вы увидите, как я ее делала. Для тех, кто не знает. С верхушками я чупа-чупс. То есть верхушка съедобная. Снимаю ленточку. То есть вот это последний штрих. Я этот дождик такой серебристый сверху накладывала. Вот она, эта елка моя. Затем у меня дождик шел какой? Зелень с белым. Сама елка. Так что я вам сейчас разберу и обратно будем собирать, да, если вы захотите ждать. Вот так, в общем, потихонечку я разбираю, показываю, как я делала. Итак, я разобрала. И показываю, как я крепила шарики. Обычные маленькие шарики, самые дешевые, но они очень красивые, на маленькую елочку. И сначала, вначале я взяла такую резинку. Вот, беру ее вдвое, перекручиваю и вот надеваю на конус. А когда надела, вот так вот снизу, сейчас я покажу. Оттягиваю резинку и провожу эту ниточку и шарик. И вот таким образом, видите, на резиночках я прицепила шарики. Сверху поставила чупа-чупс. Дети чупа-чупс обожают. Я, кстати, тоже люблю такие сладенькие конфетки. Вот, а потом просто опять покажу, что снизу это будет как бы елочка зеленая. По кругу, так мне нужно было бы встать, потому что сиденье удобно. Так вот закручиваю. То есть сейчас через пару минут я елочку опять соберу. Так, ну вот я дохожу до верха уже. Тут нужно закрепить. Ну и сверху я еще так это решила, такой серебристый взять снежок или как-то гирлянда или украшение и заодно приодеть. Ну так вот мне показалось, что так лучше. Но можно, наверное, и без этого делать. В общем, если вам эта елочка понравилась, вы сделаете, конечно, еще лучше, красивее, чем я. Вот так вот. Можно еще такую коронку ей сделать красивую. Этой красавицы моей. В общем, елка готова. Ну вот, елочка готова. А сейчас я хочу вам пожелать 12 месяцев без болей, 52 недели всего хорошего, 365 дней счастья, 8760 часов успеха, 525 600 минут любви,
31 миллион 536 тысяч приятных секунд, приятных моментов. Конечно, это не я посчитала, кто-то за меня посчитал, я переписала и сделала такое сердечко. Поздравляю вас, а вы поздравьте своих близких, знакомых и родных. Всего вам доброго, пока.